얼마 전 일반인들에게는 절대 공개돼서는 안 될 SCP재단의 기밀 문서와 디스크가 어떤 개인이 소지하고 있다는 사실이 밝혀집니다. Если данная запись попала вам в руки, то я даже не уверен в вашей безопасности в данный момент. Я просто хочу вас предупредить, что с этого момента вам нужно быть предельно осторожными. Но поверьте мне, то, о чем я вам поведаю, того стоит. Некоторые аномалии никогда и не видны глазам простых людей, а другие могут постоянно находиться рядом на виду. Третьи укрыты от постороннего взора, но могут быть случайно обнаружены. Мне удалось сделать копии видеоматериалов и нескольких экспериментов, посвященных SCP-04. Чёртова дверь. Которая... 그 영상에는 SCP-004 12개의 녹슨 열쇠와 문에 대한 이야기가 있었는데요. Здравствуйте. Вы смотрите ознакомительный видеоматериал по объекту SCP-004. Вся ниже изложенная информация предназначена для сотрудников фонда не ниже второго уровня допуска. Объект SCP-004 представляет собой старую металлическую дверь с решеткой, обозначенной как SCP-004-1, и связку с 12 стальных ключей, обозначенных как SCP-004. SCP-004 представляет собой вход на заброшенную фабрику. 하지만 진짜 문제는 열쇠를 사용해서 문을 열 때 그때 발생하는데요. 어떤 일반인들은 사무실의 서랍에서 열쇠 뭉치를 발견했고 그 열쇠로 어떤 문을 열 수 있는지 확인하기로 하는데 그 열쇠를 사용한 일반인은 правый рук парня открыл двери нашли в 8 километрах от этого места. Позже в радиусе 32 километров нашли еще несколько. 열쇠를 사용해 문을 열면 봄이 몇 조각으로 찢어지며 공중 분해되는 끔찍하지만 놀라운 현상이 일어납니다. 그렇게 살아남은 일반인들에게는 A급 기억 수거제를 처방해주고 공공사가 발견된 구역은 일반인들의 침입을 막기 위해 울타리가 세워졌죠. 그리고 제일 중요한 이 영상을 훔쳐 달아난 남성. 이 남성의 목적은 сотрудники класса D. Одна из причин, почему я рассказываю все это. Уголовники, бездомные, провинившиеся и вообще пушечное мясо, под тем или иным предлогом согласившиеся участвовать в экспериментах. Просто подопытные мыши. Хотя даже мышей зачастую ждала лучшая участь. Диденга Мюанеру Кунгунсарель Тестан, SCP Чедан. 그들이 죽을 것을 알면서도 이 SCP의 정체를 파악하기 위해 실험을 강제했는데요. 이번에는 총 12명의 D계급 요원으로 12개의 문을 열기로 합니다. 하지만 이들도 인간인 줄아 주변에 떨어져 있는 핏자국을 보고 실험을 거부하는데요. 다시 한번 말하지만 이 실험은 강제되었습니다. Намсонг이 이 영상 파일로 전하고자 하는 이야기는 도대체 왜 이렇게까지 해야 하는지, 이 저주받은 문을 여는 대가로 12명의 생명이 걸맞는 대가인지, 그렇다고 딱히 얻을 수 있는 정보도 많이 없었죠. 그렇게 12명의 요원들이 모두 사라진 것은 아니고 살아남은 요원들도 있었는데, первые шесть испытуемых погибли во имя какой-то великой цели, неких великих открытий или знаний. И еще тогда задавал себе вопрос, почему это вообще стоит делать? Почему жизнь этих 12 человек стоит того, чтобы открыть эту чертову дверь?
Испытуемый номер 7 единственный, кто выжил и вернулся в нормальном состоянии. Было очень темно. Я зашел, посмотрел по сторонам. Не было никакого света, никакого движения. Абсолютно пустая комната. Прошел несколько шагов вперед. Казалось, будто бы есть какой-то приток воздуха. Но... А этому парню повезло. Он пробыл по ту сторону двери немногим более 2 минут и вернулся живым и в здравом рассудке. Чего не скажешь об испытуемом номер 12.7번 열쇠를 사용한다면 엄청나게 넓은 공간이 나온다는 사실. 그리고 12번을 사용해 들어간다면 정신에 이상이 생기고 어느 정도 힘이 남아있는 인원들은 자신의 눈을 뜯어내려 했다고 합니다. 그들 중 장기간의 심리치료 끝에 언어 능력을 되찾은 요원의 말에 따르면 인간의 원시적인 공포를 느끼게 해준다는 녹색 생물을 목격했다고 하죠. 인간들에게서 완전히 격리시켜야 하는 유클리드 등급을 받은 SCP-004 12개의 녹슨 열쇠와 문. 여담으로 넓은 공간이 나오게 해주는 7번 열쇠는 SCP재단의 연구실로 사용된다고 하는데요. 7번 방의 생물을 떠올리게 해주는 오늘의 SCP. 여러분들은 어떻게 보셨나요? 시청해주셔서 감사드리며 지금까지 리디무비였습니다. 끝. Что 10 ключей из 12 предположительно открывают вход в иное измерение, где законы физики и топологии разительно отличаются от привычных нам. Испытуемые, попавшие в эти опасные условия, были разорваны на части.